В небольшом городе Жодино в Республике Беларусь произошел инцидент, приковавший к себе внимание международных СМИ. Во время службы милиционер сильно ударил по лицу местную жительницу, которая в этот момент снимала происходящее на телефон. Ведомство сообщает, что в происшествии сотрудник МВД не виноват, так как принял за попытку нападения ее действия. МВД склоняется к версии самообороны. В скором времени в сети появилось видео инцидента. Роликов несколько, они сняты с разных ракурсов, и все происшествие видно как на ладони. Зрителям заметно, как силовик размахивается и бьет горожанку по лицу, после чего она падает на землю. СМИ выяснили, что впоследствии женщине потребовалась помощь медиков. В распространенном МВД-релизе в то же время указывается, что горожанка приблизилась к милиционеру и резко вытянула руку с телефоном вперед. Сотрудник предположил, что за этим последует удар, и тут же отреагировал встречным. Применение физической силы, пояснили в ведомстве, было оправдано самозащитой, после которой должно было последовать задержание напавшей. В свою очередь Республиканский следственный комитет заявил о начале проверки по факту применения силы сотрудникам милиции. Как уже писал TopNews, в республике сразу после выборов начались волнения, которые переросли в массовые протесты. По мнению ряда граждан, итоги президентской гонки были фальсифицированы, поэтому требуется повторное голосование. Власти ответили на проходящие митинги обвинениями в нарушении закона и арестами. СМИ писали о том, что в людей избивали на улицах, в МВД и СИЗО, около 6000 человек были задержаны. Впоследствии глава МВД РБ извинился перед невинно пострадавшими, но упрекнул протестующих в создании хаоса в населенных пунктах.